В дни проведения на промо в Екатеринбурге ожидается спортивное событие мирового уровня. Боксер Сергей Ковалев, родом из Копейска, проведет поединок сразу за 3 чемпионских титула в полутяжелом весе с малавийцем Айзеком Челембой. Ковалев уже приступил к тренировкам в Екатеринбурге. О секретах подготовки к бою Анастасия Кондрашова. Тренировку Сергей Ковалев начинает со знакомого всем с детства развлечения – прыжков со скакалкой. К бою с малавийцем Айзеком Челембой он сначала готовился в Армении. Гористая местность идеальна для сборов. Сейчас спортсмен и вовсе чувствует себя как дома. Ковалев родом с Южного Урала. На кону 3 чемпионских титула и встреча на ринге с сильным соперником. Он будет рвать и метать, но я готов к этому, что он, к его напору, к его желанию. К его стремлению выиграть меня. Поэтому я, соответственно, тоже готовлюсь, чтобы, как говорится, здесь не упасть лицом в грязь на родине. Сейчас челябинец постоянно живет и тренируется в Америке. Бои на родине он не проводил много лет. Это первый поединок дома с тех пор, как Ковалев получил свой первый пояс. Вместе с ним из США приехал тренер. Подготовка к бою прекрасная. Сергей в очень хорошей форме. Он очень умный боксер. Я считаю, что именно это место, эта местность способствует тому, чтобы Сергей хорошо подготовился к этому поединку. На счету российского боксера 29 побед в 30 поединках. Актив соперника чуть скромнее. 24 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Сейчас в спарринге со спортсменом тренируется боксер Василий Лепихин, который сам встречался на ринге с нынешним соперником Ковалева. Сергею, конечно, надо будет обратить внимание не на него, а на себя. Ему надо боксировать все равно от себя, делать свой бой, навязывать ему свой бой, который Сергей умеет, это агрессивный бой. Я думаю, что несколько хороших попаданий, и он подломит Айзека Челембу. За каждым движением именитого боксера следят начинающие чемпионы. Я пытаюсь подражать ему. Мне нравится. Я слежу, смотрю его бои. Сейчас буду 1 часа, буду болеть за него. Смотря на его бои, расту я. В свободное время Ковалева навещает семья. По словам боксера, это очень настраивает на победу. Как помню, в детские времена в лагерь, в детские. Поэтому, такие приятные эмоции здесь, да. Вот немножко, конечно, подустал в плане подготовительного всего процесса. Уже охота в бой. Самая ожидаемая встреча на ринге для поклонников бокса пройдет 11 июля в Екатеринбурге. Анастасия Кондрашова, Денис Уразбахтин. Информационная программа «День», Свердловская область.